Первый краевой телеканал «Енисей» объявляет о новом проекте «Поможем детям стать здоровыми». Тысячи детей в крае восстанавливаются после тяжелых болезней. Скрасить этот нелегкий период способны только положительные эмоции и позитивный настрой. Как только ты обращаешься к ним, как только ты начинаешь с улыбкой, с прыжком: «Эй, ребята, привет, мы здесь!», сразу появляется в глазах какое-то доверие, какая-то радость, и они понимают, что сейчас будет праздник. Мы дарим праздник детям. Смотрите в мае на телеканале «Енисей» по будням в новостях и программе «Утро на Енисее». Задача волонтеров – подарить ребятам как можно больше положительных эмоций, тем самым ускорить процесс реабилитации и выздоровления. Задача же программы «Утро на Енисее» – рассказать об этих эмоциях, подарить их нашим телезрителям. И вместе мы справимся с трудностями гораздо быстрее. Акция организована телекомпанией «Енисей» и волонтерским движением молодежного центра Железнодорожного района при поддержке ОАО «Красцветмет».